Привет, как дела, Брейл Раша? Ладно, не надо вещать, как дела, я знаю, что дела очень плохие. Короче, вчера мне написали друзья из Жуковского, я как бы вообще родом из Жуковского, я там не родился, но я там вырос, поэтому если вам не нравится какой я человек, все претензии к Жуковскому, я пошутил. Вот, короче, мне написали друзья из Жуковского, у них там собираются реконструировать скейт-парк. Ну, естественно, ради этого надо собрать какие-то там подписи на каком-то там сайте, что-то там добродел, ля-ля-то-поля. В общем, они мне скинули, я начал судорожно всем раскидывать, чтобы все подписали. Кто-то из вас, возможно, уже подписал. Короче, дело такое. Первая ссылка в описании, там нужно авторизоваться через госуслуги, написать комментарии в поддержку скейт-парка, типа там вы пишете «Я за то, чтобы реконструировали скейт-парк», и нажимаете «Поддержать». Просьба номер один к вам – поддержите реконструкцию скейт-парка в Жуковском. Это надо сделать прямо сейчас, потому что там, естественно, все в последний момент. До 4 апреля надо сделать. 4 апреля там, типа, все заканчивается. Поэтому переходите по первой ссылке в описании. Авторизуйтесь через госуслуги. Вам нужно иметь аккаунт в госуслугах. Пишите комментарий просто. Я за реновацию скейт-парка. Что-то в таком духе. Там просто нужно выразить свое мнение. За скейтбординг массы напишите или что-то в таком духе. И нажимайте «Поддерживаю». Вот. Ваш голос зачтен. Все как бы хорошо. Может быть, реновируют скейт-парк, реконструируют, я не знаю, там скейт-парк уже 1000 лет в обед, и он весь развален давно, я там был в прошлом году, честно говоря, ничего веселого там нет, поэтому, пожалуйста, поддержите скейт-парк в Подмосковье. И от этого я все думал, понимаете, мне вчера вот скинули эту ссылку, я давай ее раскидывать просто везде, там что-то ВКонтакте, там в чатиках, туда-сюда, и типа чтобы собрать народ, чтобы хоть кто-то подписал. И мне пришла в голову мысль, что нам всем нужно объединиться где-то в одном месте, чтобы, например, частенько же появляются такие новости, типа там скейт-парк где-нибудь там в Челябинской области, там за Уралом, подпишите, там поставьте подпись, да, чтобы там построили скейт-парк где-то в далеком населенном пункте, чтобы там наконец-то построили скейт-парк, нужно собрать подписи. Частенько такое возникает, и я подумал, что нам нужно создать одно сообщество, ну, скорее всего, телеграм-канал, в котором будут появляться такие вещи. Ну, вот представьте, например, у нас есть телеграм-канал там на 1000 человек, в которых там есть все возможность поставить эту официальную подпись какую-то, да, там подтвердить документально. Вот 1000 человек, готовых подставить подпись за скейт-парк. Появляется вот такой проект, например, там построить скейт-парк в Усть-Уссурийске, нужно собрать 1000 подписей. Эта ссылочка сразу кидается в это сообщество, и все люди сразу готовы поставить подпись в поддержку этого скейт-парка. Короче, такая мысль мне пришла буквально только что, что нужно создать такой телеграм-канал, в котором будут люди только вот готовые подписать, и там будут появляться только вот такие вот новости о том, что нужно поставить подпись за строительство скейт-парка, потому что такое частенько происходит. Представьте, только появляется такая петиция, она появляется в этом сообществе, мы скидываем ее в это сообщество, и люди сразу же ее подписывают и повышают вероятность строительства скейт-парка в каком-то там далеком городе в России, что, конечно же, очень хорошо. Поэтому, если вы готовы, вступайте в телеграм, подписывайтесь на телеграм-канал по второй ссылке в описании, я его вот только-только создал, и там будут появляться только вот такие петиции, в которых нужно поддержать строительство скейт-парка. Я думаю, что, типа, активный скейтбордист, я думаю, что такая инициатива, ну, у нас должна быть. Потому что, ну, типа, блин, когда мы едины, мы непобедимы, а когда мы не едины, нужно кидать по чатикам, кидать коллегам, кидать всем, чтобы собрать 100 подписей. Ну, это несерьезно, ребят, у нас 400 тысяч собралось на Braille Russia, да, 12 тысяч на скейтбординг массы, еще куча разных аккаунтов, и мы не можем нормально собирать централизованно подписи в поддержку скейтпарков, чтобы продвигать скейтбординг в нашей стране. Ну, типа, это несерьезно, ребят, поэтому давайте объединяться в этом телеграм-канале, чтобы мы всегда могли оперативно... Да ты задолбал! Давайте объединимся в этом телеграм-канале, чтобы мы всегда могли оперативно собирать подписи за строительство скейт-парков, ну, на территории России. Поэтому, пожалуйста, поставьте подпись за реконструкцию скейт-парка в Жуковском. Это задача номер раз. Прямо сейчас, потому что это до 4 апреля. Тихо. И задача номер два. Подписывайтесь на телеграм-канал. Как же он будет называться? Я не знаю. Я еще придумаю на монтаже этого видео, пока буду обрабатывать, придумаю. Подписывайтесь на этот телеграм-канал, чтобы своевременно мы могли собирать много подписей за строительство скейт-парков. Там будут только именно петиции за строительство скейт-парков поститься, то есть постик, и под ним будут комментарии, как бы, чтобы можно было обсуждать, что там, как там, какие-то... Чтобы в комментариях можно было обсуждать все детали, будет пост со ссылкой, и в комментариях будут все детали. Будут только такие посты с петициями, ничего лишнего, никакого флуда, никаких там, типа, какие колеса выбрать, и все в таком духе. Поэтому, пожалуйста, поддержите, во-первых, проект в Жуковском, и, во-вторых, подписывайтесь на телеграм-канал «Скейтбординг массы». Ух ты, засранец! Что же сломать?
любите друг друга, не слушайте политиков и пропаганду, слушайте только родных, близких и друзей. Вот, не поддерживайте ничего плохого.